Всем большой-большой привет! Это ТикТок ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. И у меня, посмотрите, что здесь на столе, что мы сейчас с вами будем тестировать, разглядывать, все изучать. Это беспроводной аккумуляторный пылесос от Redmond. На этот пылесос очень мало обзоров на YouTube, можно сказать, что их вообще нет, поэтому нужно срочно разобраться с этим чудо-прибором. А почему чудо? Потому что он компактный, маленький, но мощный. К тому же он беспроводной, а это для нас, хозяек, просто находка. И если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной еще несколько минут. Все будем изучать, тестировать и разглядывать повнимательнее. Пылесос был упакован в небольшую такую компактную коробку. С одной стороны изображение самого пылесоса, с другой стороны схема вот его в сборке. То есть еще даже не распаковав пылесос, вы можете уже познакомиться с его комплектацией. И вот он сам корпус пылесоса. Посмотрите, какой красавчик. Он легкий, меньше 2 кг весит. Вот у него какой тут корпус для сбора пыли вместе с фильтрами. Сейчас подробно все это посмотрим, почитаем. Корпус прозрачный, тоже удобно, видно будет наполнение. Действительно он легкий, очень легкий в руках. То есть с таким пылесосом, я думаю, не устанешь. А также не нужно ограничивать свои движения во время уборки только лишь из-за того, что провод не дотягивается до какого-то угла. Ну, в общем, этот пылесос – это просто спасение для нас, для хозяюшек, которые заботятся о чистоте своего дома. Ну и теперь давайте поподробнее, что же входит в комплект этого пылесоса. Ну, во-первых, мощность этого пылесоса 100 Вт. Мощность всасывания более 30 Вт и защита от перегрева. Это тоже немаловажно. Вот он контейнер-пылесборник. Его емкость 0,8 литра, то есть 800 мл. Литий-ионная батарея у этого пылесоса. И время полной зарядки всего лишь 4 часа. В комплекте идет турбощетка. Вот она здесь с электроприводом. Она подходит для очистки полов с гладким покрытием, например, плитка или ламинат, а также для полов с ковровым покрытием или паласов. Посмотрите, какой у нее здесь гибкий шарнир. Вот. Сама она тоже на колесиках, прозрачная, все видно. Щетка наматывает волосы или какую-то пыль. Насадка для мебели, предметов интерьера. Я с помощью этой насадки люблю пылесосить сверху книги, полки книжные, ну, в шкафах, допустим, внутри, мягкую мебель, кресло. В общем, очень удобная вот эта штука, тем более, посмотрите, здесь какой есть шарнир, поворотный механизм. В общем, все вот как нужно вам, так и повернете. И мягкие игрушки тоже пылесосить теперь одно удовольствие. Сделаем львенку прическу. И есть еще вот такая длинная узкая насадка, она называется щелевая насадка. Это уже для очистки труднодоступных мест, допустим, между шкафами, где-то под шкафом, между полками. Также эти насадки очень удобно использовать, если вы хотите пропылесосить салон автомобиля. К тому же эти насадки можно подключать к корпусу и без трубки удлинителя. То есть это еще упрощает задачу. У пылесоса HEPA-фильтр, притом он многократного использования. Здесь сверху сеточка на липучке. Пропылесосили, достаем фильтр, промываем его водой. Вот видите, как здесь все удобно. Просушиваем, надеваем сверху вот эту сеточку. Посмотрите, здесь удобные всякие держатели. И вот опять фильтр готов для следующего использования. Затем здесь есть вот такой еще фильтр для грубых частиц. Мне очень нравится, что здесь система вот таких резиновых колец, всевозможных прокладок. Все детали отлично подходят друг к другу. Видите, раз, защелкнули. И убираем фильтры уже в сам корпус. Объем корпуса 0,8 литра, то есть 800 мл. И нужно его очищать по мере наполнения. Фильтр же можно промывать каждый раз. И срок службы этого фильтра не менее 12 месяцев. И здесь даже на корпусе есть наклейка, которая нам напоминает, что многоуровневая система фильтрации используется в этом пылесосе. Вот видите, на замочек. Все очень просто и легко защелкивается. И одним нажатием отщелкивается. Оп, вот и все. Еще мне нравится, что здесь все детали подогнаны так, что здесь можно интуитивно догадываться, как и что, куда вот вставляется,
как защелкивается, как отщелкивается. Видите, как здорово. Можно использовать вот эту длинную насадку, трубу металлическую, а можно и без нее. Все быстро меняется, легко. И сам корпус очень легкий, несложно его держать в руках. И если нужно убраться во всей квартире, я думаю, что с таким пылесосом можно даже не устать. Видите, какой шарнир удобный. Внутри проходит шланг прозрачный. И этот шарнир вот на 365 градусов крутится влево, вправо, вверх, вниз. Поэтому все труднодоступные места, вот, все пространства вы пропылесосите без труда. Боковые колесики. Трубка-удлинитель, она алюминиевая, она не телескопическая, но ее длины достаточно, а также в ней проходят электроконтакты, вот, для турбощетки. Все детали достаточно легкие, это специально сделано для того, чтобы рука не уставала, пока вы убираетесь этим пылесосом. Ну и, конечно же, поскольку пылесос на аккумуляторе и беспроводной, прилагается к нему док-станция. Вот она какая, это такая платформа. Для того, чтобы можно было на ней заряжать аккумулятор у пылесоса. Есть адаптер для обычной розетки и, естественно, крепеж. Также на эту док-станцию можно установить насадки, чтобы они всегда были под рукой. Здесь же есть и крючок для провода. И снять пылесос с док-станции так же просто, как и устанавливать. Вот, нажимаем на кнопку, и пылесос сам отсоединяется. Индикатор на корпусе отражает процесс зарядки. Если элементы мигают, значит зарядка еще идет. Если же горят непрерывно, то значит зарядка уже закончена. В инструкции указано, что перед первым применением аккумулятор нужно полностью зарядить. Время работы около 50 минут при минимальной мощности и до получаса при максимальной мощности. Пылесос включается всего лишь одной кнопкой. Все очень просто. Первое нажатие – это минимальная мощность. Второе нажатие – максимальная мощность. И третье нажатие. И третье нажатие – это выключение. Все очень просто. Пылесос без труда пролезает под кровать, под диван, пылесосит шторы, книги. Им удобно пылесосить внутри шкафа, полки, на шкафу, под шкафом. В общем, теперь никаких труднодоступных мест для вас с этим пылесосом не существует. Конечно же, все ссылки я оставлю внизу под видео в инфобоксе. Можете зайти, посмотреть все характеристики, цену, где приобрести этот пылесос. И смотрите, как я придумала, чтобы не сверлить бетонную стену, я закрепила его вот в кладовке, просто на стеллаж, вот здесь, на 4 самореза, там есть специальное отверстие, очень удобно. Смотрите, здесь еще все насадки, вот они, всегда будут под рукой. И вот сейчас пылесос заряжается, видите, мигает индикаторы, подождем и будем пылесосить, будем его испытывать по полной программе. Что еще хочется дополнительно отметить, это то, что пылесос компактный. Посмотрите, он занимает мало места. Вот здесь все насадки, вот он весь в собранном виде. И, естественно, я еще подбирала место с учетом того, чтобы розетка была расположена как можно ближе. И пылесос зарядился. Смотрите, одним нажатием отсоединяем его от базы. Вот как все просто. И он готов уже к работе. Посмотрим, как наш любимчик Redmond теперь справится с преддверным ковриком. Сколько там мусора, песка, всевозможных пылинок. Я включу сразу вторую скорость, мощную. Всего лишь несколько секунд работы, и посмотрите, сколько пыли он уже уловил. Вот он наш Рико, качается тут на бревнах. У него новая, кстати, игрушка, качели. Об этом я потом уже скажу. И вот посмотрите, даже эта сетка не помогает от перьев, от пуха, тем более он сейчас линяет. Вот посмотрите, что под клеткой каждый вечер накапливается пух, потом всякая там шелуха от семян. И посмотрим, как Redmond поможет справиться.
Ну и наконец подведем итоги. 5 причин, чтобы купить этот пылесос. Самое, конечно, главное — это то, что этот пылесос на аккумуляторе и без провода. Не нужно искать розетки. А также этот пылесос вы можете взять на улицу, пропылесосить машину. Удобно пылесосить лестницу в частном доме, а также труднодоступные помещения, там, где нет розеток. Второй огромнейший плюс – это то, что пылесос очень легкий. Третий немаловажный плюс для нас, хозяек, – это то, что можно снять телескопическую трубку. Сам пылесос очень маленький, компактный. И с помощью вот этой небольшой насадки или щелевой насадки длинной мы можем пылесосить книжные шкафы. То есть все труднодоступные места этому пылесосу по силам. Четвертый немаловажный плюс – это 2 разных варианта мощности, которые вы сами можете регулировать в процессе, то есть разная мощность для разных поверхностей. Ну и самое основное, конечно же, 5-й плюс – это то, что здесь надежные фильтры, есть индикатор зарядки, ну и, конечно, надежный аккумулятор. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что этот обзор с тестированием были вам очень полезны, а также интересны. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я желаю вам самое главное – здоровья, а потом уже полезных покупок. Все ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео, в инфобоксе, как и обычно. Желаю вам отличного настроения сегодня и всегда.